Трех сотрудников скандальной парикмахерской в Симферополе вызвали на допрос в Главное управление по противодействию экстремизму МВД России. По словам парикмахера Рустема Сиитова, 3 дня назад ему позвонили из управления и сообщили, что на него и еще 2 сотрудников крымских татар поступила жалоба, якобы они занимаются экстремизмом. Рустем попросил повестку, но документ до сих пор не выслали. От кого жалоба? Тоже не уведомили. Сотрудники уже написали заявление об увольнении. По их словам, жалобы, с которыми они обратились месяц назад в прокуратуру и другие инстанции, пока рассматриваются. Из-за языка, получается, татарского языка, что я не имею права разговаривать. И при этом все это так предоставлять, что в экстремизм, это вообще, я не знаю, это... Я даже и не знаю, что это такое экстремизм, честно сказать. Я не знаю. Люди до такой степени могут быть агрессивными, что аж дальше в экстремизм это все записать.